Привет, дорогие товарищи! И сейчас мы уже в Великом Дворце. И это место, которое я не знал и я не заметил. Это шар меча. Не заметил, что это будет здесь. Ну, это хорошо, потому что, по-моему, это будет... мой следующий путь на прогрессу, и это работает неплохо против его, но это я не знаю, если он уязвимый или нет. По-моему, это, конечно же, для Shed, это Spirit Sprite Темность, Фея Темности. Хорошо, посмотрите, это очевидно, нет? И это... А, по-моему, это ничего нет. Хорошо. И, по-моему, это последний шар. Последний шар меча во видеоигре. Я не знаю. Это должен быть, по-моему. Это не должен. Я не знаю. Вот, о, а почему Борис сейчас снежный мужчина? Мы не можем продолжать, когда он в этом форме, и еще мы не можем продолжаем, когда в этой форме, значит, что покрываете охвачены с пламой. Хорошо. Один еще... Стоун. Это значит, что это будет земли? Опять? Нет, совсем не так. Я просто знал, потому что эти... Шумущедным мечи. А, Лумина. Это Лумина, конечно же, это просто для ей. И это очень дорогая магия. Lucent Beam. Хорошо. Один еще путь открыл. Что делаете, господин Волк? Адский волк. А, хорошо. Что будет? Я знаю, посмотреть. Да, Doom Trap. Но уже живой, но это Doom Trap. Значит, это смертный, фатальный друг. И даже мой уже живой, он услабил. Его много, Борис. Борис был просто один. Но это новый путь, который открыл из кристальной ключи. Где находится? Я не знаю. О, это может быть внутри. Это комната, которая мы были попрежде. Это будет... А, хорошо, сейчас, как я сказал попрежде, это будет что-то. Искусная немножко магию. Хорошо. Это очень хорошая способность. Это может быть и не нужно. Но если мы хотим, укладываем магию, это... Несмотря на что я не хочу, это неплохо. Я очень жадный с магией, конечно же, как я сказал попрежде. Хорошо. О, мы достигали на 48 уровень. В меньшей мере, она. Она. Хорошо, новый место. Новый мест, это полный
с ключами. Нет проблем. Продолжаем, товарищи. Тут диодный атак. Поскольку я не хочу. Я не хочу, он будет шанс, чтобы использовать свои. Да, это не работает уже. Хорошо. Опять это дополнительный. Нет, дополнительный, это одинаковый форм. В этой стороне. Ага. Но нет пути. Что делаем сейчас? Это была ошибка? Конечно же, конечно же. Это была ошибка. Не исправляемая ошибка? Может быть. Может быть. Я не знаю. По-честному, я не знаю. Как мы можем продолжать, если это так? Хорошо. Подожди, одну минуту. Это не так, как я думал. Это хорошо. Расположен один место, которое позволяет нам пересекать другой стороны. По-моему, это будет лунская магия. Работает здесь, но... хорошо. Это просто догадывался. И моя... Я прав, догадывался. Хорошо. И, по-моему, если я знаю хорошо, как работает эту видеоигру, это будет позволяет нам продолжать в другие стороны. Значит, здесь. Хорошо. Хорошо, это пост, это... Ставка. И один еще раз мы в центре. О, это монстр опять. Но это, по-моему, это покреплен. Прокрепленная версия этого монстра. И это... Он убил ее. Очень скоро. Это есть уязвимость. Огромный. Очень огромный. Но, к счастью, он уязвимый на огненную. На огню. Но это скоро должен излечать Денису. Огромный. Опять? Это будет фатально, по-моему. Был фатально. Да, слишком, слишком медленно. Поэтому это не было эффективно. Хорошо. Хорошо, очень. Не очень много что-то. Это дворник, шар-дворник. Он работает для...
империи или нет, я не знаю. О, это выглядит немножко странно. Посмотрите. О, что такое? Император, но он... Что? Он значит, что он умер. Убил себя. О, посмотрите, сейчас существует выход за стег. Очень странно, но, конечно же, это не может выглядеть, потому что нет графика для него. Я не знаю его почему. Фана. О! Вы достигали. О? Ты убил император? О! Жалко. Ну, мы умерли его. Мы будем отправить мир, если у меня будет, у нас будет Манский крепость. Мы? Кто еще есть? А почему убил император? Я не знаю. Он не описал свой мотив или свой намерен. Но еще есть Танатос. Танатос. А, это был давним малышка. Гадай Дайлок. Он в безопасности. Конечно же, он только что будет моим новым телом. О, что делаешь? Эй, это не имеет значения. Хорошо, Танатос, крепост. В крепост. И вместе очень сладкий. Добрый, прощай. И это Фана. Не даже мой убил свои предыдущие другие генералы. Он хочет вместить себя. Хорошо. А-а-а. Это очень... Это не работает? Я не знаю, нет... у его нет слабности. О, хорошо, он укладывает много магии, но это, по-моему, это не очень огромный... О! Он должен... Хорошо. Это очень раздражаемый. Потому что он повторит много свой атак, свой что-то. Своя атака, который делает это плохой состояние. И когда мы в плохом состоянии, конечно же, мы мои оборонные силы очень низкие. Может ли искусать магию из его? А почему? Я излечал, нет? Мы не можем. А, я знаю, прекрасно, я знаю. Я околдал неправильную магию против его. Хорошо, это работает или нет? А, я смотрел попрежде.
Хорошо, нет проблем. Один еще раз мы пытаемся. Нет, мы пытался. Нет? Это лед. Как насчет лед? Неплохо. О, это совсем неплохо. Один еще раз. Это нужно. Нам нужно пополнить мое. Пополнить мои магические очки. И мой сделал так. Один еще раз. Очень скоро. Очень скоро. Но нет совсем проблем. Хорошо. Хорошо. Я лед работает, потому что. А! Что происходило с ней? Хорошо. К счастью, у нас есть три его. Потому что не будет проблемы, чтобы возрождать члена моего группы. О, хорошо. Молодец. Господин Южа. Ну, излечение нужно. Это очень неприятный борьба, потому что это очень трудно. Знает, как это работает, как это не работает. Но я не знаю, почему он повторяет, или она повторяет свой магия диспел, потому что это не нужно, потому что мы у нас есть нет укрепления, укрепления или усиления магии, мы не угадались. Потому что это неэффективно, это просто повторение магических очки. Хорошо. Что? Танатос, почему? Хорошо, мы продолжаем со стороны. Гештар, но Гештар не сказал ничего. Мохо-хо! Это Гештар или? С использованием моей деревянной магии я сделал это живой военный машин, аппарат. О, это слишком много злой. Хорошо. Это просто как зомби, потому что он живой, но не живой, нет сознания. Он просто сделал его живой один еще раз. Я не знаю, что будет работать против его. О, неуязвимый. На нечего. Хорошо. Это мы можем укуснить. Хорошо. Это магическую стену. Это будет проблем, потому что магия, конечно же, не будет работать для него. Но это неплохо, потому что у него нет ракеты, которая была.
А, хорошо, он околдал магические укрепления, speed up, ускорение. Но это просто эффективно для Бориса, потому что отражал с магической стороны. Но мы без сознания сейчас. Хорошо, это будет длинная борьба, потому что у него есть огромное количество здорового, 4000. И эта магия не работает против его. И хорошо, спасибо за помощь, товарищ. Повторил свою магию. И это просто эффективно для нас. Не работает для себя. Ну, ударить его немножко трудно. Он не получает много повреждений. И просто что... О, это неплохо. Я думаю, это может быть ошибка, но я хочу сохранять мои сил, и после того нападает. По-моему, это будет более эффективно, но я не знаю, честно. И посмотрите, нет мушаки. Нет мушак, нет управляемый рокет, который был. И он еще не использует магию. Просто само усиление, которое мы смотрели. Но это довольно неэффективно, потому что сейчас у его магическая стена, и это отражает его. Конечно же, конечно же. Я не знаю. Но это выглядит как Thanatos, это глав врага в видеоигре, потому что они убили император, я не знаю почему. Может быть, он не хочет что-то. No, я не знаю. Я забыл. Но это может быть, он просто насчитал это управление мир. Просто для их, а нет для императора. Может быть, император думал, что это он уже будет император в новом мире, после того, как они завоевали для насчет подземелья. Но Танатос хочет стать император и глав мир и или так далее. Я не знаю. Я не знаю. Это, как я сказал попрежде, это намерение, это видеоигра намерение был для приставки, который дал способность более memory, более способность для текста, но это не опубликовано. Потому что он не описал много, почему убил император. Хорошо. Он и выключал монастский крепость. Это место затонает.
еще раз под воду. Под воды. Ну, что будет, мы будем знать в следующей части. Давай сыграем легенду о Святом Мече. До встречи, до свидания.